Друзья, всем привет! С вами Марсель. Хотел поделиться классными новостями, которые происходят на данный момент в моей команде. Что значит моя команда? Вообще, это группа лиц, объединение людей. Это люди, которые присоединились в компанию, в которой мы в интернете вместе работаем уже по сей день. Кто-то 3 месяца, кто-то полгода, кто-то год и больше. Сам я лично в этой компании работаю со 2 октября 2020 года. То есть пошел 3-й год, а сама компания работает 5-й год. Вот что хочу сказать, что за классные новости. Сегодня, например, да, сегодня что у нас? Так, 16 ноября, среда. Вот, сегодня у моего партнера Натальи шум такой ужасный. К ней пришел партнер. Вот, мы, значит, помогли ей зарегистрироваться. И сегодня человек будет активироваться вечером. Вот. Собственно, об этом вы можете увидеть, узнать, почитать у меня в телеграм-канале. Богатый папа Загидулин Марсель, да, я его так назвал. Добавил свою фамилию и имя, чтобы было проще, понятнее, да, кто что, кто ведет канал. А то раньше было бизнес у папы в декрете, потом я-то его сократил, богатый папа. Потом обнаружил, что такой канал уже у кого-то есть, и добавил свою фамилию и имя. Вот такая история моего канала. Ему, кстати, тоже 3-й год. Собственно, как я начал развиваться в интернете, так вот и появился и канал с первых дней. Вот. А несколькими днями ранее, тоже у моего партнера в первой линии Любовь Кузнецовой с поселка Лубяны. Может, кто знает, не знает. Вот. А у нее пришла партнер тоже, с которой она общалась ранее какое-то время. Раздумывала, верила там, думала, получится, не получится. Короче говоря, суть в том, что все мы когда-то приняли решение. Кто-то позже, кто-то раньше. Кто-то общественного мнения наслушался, да, и не верил в собственные силы. Там тебе сказали, что ты не сможешь, и ты в это поверил. Да, непонятно, кто тебе сказал, там, человек с зарплатой 20 тысяч сказал тебе, ты ему поверил. Если бы тебе сказал Илон Маск, что у тебя все получится, ты сказал, да, у меня получится. Тебе говорит какой-то нищеброд с зарплатой, там, который хватает только на счет фактуры, что у тебя ничего не получится, ты почему-то ему веришь. Это среднестатический человек. Это, блин, у всех, вот примерно у всех похожая ситуация. Даже у меня такое было раньше. Я просто себя перевоспитал, я больше не ведусь вот на такие, как бы это правильно сказать, да? Не подвержен чужому мнению. Провокации, да, на такие провокации не ведусь. Я только себя верю, в свои силы. И я знаю, что я могу, все могу. Что угодно могу. Все зависит от того, насколько хорошо или насколько сильно я это хочу. Если ты не хочешь, ты ничего не сможешь. Так вот, значит, человек заработал $150. Вот. Буквально на лайте. У человека зарплата. Зарплата $150 в месяц. Представляете, там 160, что ли. Вот, работает, значит, в лесхозяйственном техникуме. Я не помню, кем. Сути не меняет, там такие зарплаты. 11, 12, 13 тысяч, вот такие зарплаты. Вот, и тут она $150 зарабатывает. Представляете, как клево. Да, в интернете доход у нее там за один день, как за месяц. Только потому, что человек пообщался. Короче говоря, вот такой коротенький ролик. И этот ролик, он посвящен тому, что не нужно никого слушать, не нужно бояться, нужно верить в собственные силы. Я вот сейчас иду на работу и при этом знаю, что у меня есть команда, которой я могу помочь в любой момент. Потому что я постоянно в телефоне нахожусь. Вот такая вот интересная информация. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Кому интересно, задавайте вопросы в комментариях, обязательно всем отвечу. Ну как, увижу уведомления, да? Будет комфортно, удобно, найду там минуту, секунду, отвечу, напишу на ваш вопрос. Так что до связи, друзья. Будем дружить, общаться, делитесь этим видео обязательно. Поверьте, вам это нужно.